Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Ну что, ты водичку пил, то ли? Ты можешь этот... Пил. Что-то ты решил поголодать. Я сейчас поеду это. Хочу попробовать машину сделать все-таки. Какую? Ручник. Какую? У нас одна машина. Я думала, может, и брату хочешь помочь. А у него там вообще не могут найти запчасти. Оказывается, это вообще проблема на таких машинах. Вот и коробки там на разные иномарки подходят, короче. Ну, новая коробка стоит 50 тысяч. Или новая, или в сборе, не помню. А именно эту деталь найти проблема. А ты не сказал ему посмотреть разборки? А там уже звонили, все, нет нигде. Если появляется, сразу кто-то забирает. Ага. Да, печально. Слушай, хочу вот эти еще сегодня цветы посадить. Надо, я думаю, да? У тебя цветы добавляются? Да, добавляются, надо сажать. О, смотри, там корни. Корни появились. А, о, да. Это у этой... Традисканции. Традисканция? Да. Калиус. Ой, что-то вот этот вообще подвел. Не шевелить. Вон корни. Так, друзья, всем привет. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Даже когда сложная ситуация, хорошее настроение тоже очень важно. Мирного неба над головой, если у кого-то не так, чтобы поскорее это все наступило, чтобы все вернулось. Пусть Бог вам в этом поможет. Я сегодня буду поститься. Вот, ну, при этом буду заниматься своими обычными делами. Сейчас управлюсь. И что-нибудь придумаем интересное, чем заняться. Тут даже и придумывать не надо, мыслей много. Ага. Водичка. В баньку не протапливали. Козы холодную воду не любят. О. Через день. Это же закономерность. Один день насыпа макали, другой день прямо заныривают. Сегодня даже утка мне оставили. Сейчас вам принесу. Утки и холодную воду пьют. Им можно с колонки набрать. Думаю, как хорошо, когда он на людей выходит. На улицу. И пасутся. Мне интересно, что там с воробьями. Ну-ка, дождик моросит. Все. Все. Ни одного воробья. Моросит дождик небольшой, поэтому не получится сегодня на улице чем-то заниматься особенным. Сейчас надо приготовить. Пенек хороший, но грязный. Надо что-то найти, чтобы под машину подставлять. Сейчас я буду на танкрате стучать по колесу, чтобы ничего не отпало. Чтобы не упала машина. Во. Вот так правильно сказать.
Пеньки хорошие. А хорошие я уже все порубил, да? Там может что-то есть, но где оно там, под дровами где-то? Привет! Я к вам поздороваться. Привет! Привет! Я этот, сейчас буду вот эти, видишь, поставила. Хочу пересадить их. Более большие горшки. Что-то они тут плохо растут. А, ну это же пересаженный. Да, ну вот корни буду общипывать всех. Сейчас буду заниматься. Фикус растет, еще один листочек скоро у нас появится на этом растении. Так, тут у меня вот амперная смесь. Вроде ничего, так пересадку пережила, нормально. Калиус вообще шикарно выглядит, я так поняла, они вообще бесприхотливые растения. Вот, это колиусы побольше, это амперная смесь, петуния. Все пока на месте, ничто вроде не пропадает. Пеларгония только мне не нравится. Ну вот я ее обрезала. И ростки уже до этого были. Но я все равно решила обрезать. Так, это можно уже подсохли цветоносы. Сейчас удалю их. Взяла белого попугая в руки, а он мне палец чуть не отгрыз. Раньше он таким не был. Да? Снежок. Снежок. Пушинка. Пушинка вообще в руки не дается. Пока не выпускаем, потому что тут у нас маленькие растения, чтобы они не попортились. Ну, со временем скоро будем выпускать, а так в руки стараемся брать. Хоть иногда. Мне не нравятся мои пеларгошки. Вот, в листе почему-то стали закручиваться. Закручиваться, видимо, им что-то не хватает. Вот. И даже маленькие совсем, которые пересаженные. Может, вода не подходит, может, микроэлементов каких-то. Конечно, я еще в интернете посмотрю, почитаю насчет этого. Это я уже пересаживала. Вот фикус еще один, то, что мне Наталья давала, он еще в стаканчике. Корни так хорошо заплелись. Буду, наверное, тоже скоро пересаживать. Конденсат. Так, буду сейчас пересаживать. Те же самые стаканчики, я думаю, пересадить. Удалить все эти корни. Стаканчик. Оставлю этот же стаканчик. Вот корни. Вот какие корни.
Я уже их не буду в дом заносить, оставлю уже их здесь. На стеллаже место выделю для этих деток. Земля очень сухая, хочу вот немножко ее увлажнить, потому что пыль разлетается. Вторая фиалочка, листы очень, конечно, нежные. Пересадка хорошо прошла. Тут и листья, конечно, побольше. Вот. И земля такая, когда влажная, легче пересаживать. Так, фарфоровая леди. Сорт фиалки. Тут прям корни сверху. Корни хорошие. Это я делаю для того, чтобы фиалка нарастила новые корни. Пересаживаю. И землю вот решила поменять, ну, как бы обновить, чтоб новые корни, потом уже буду пересаживать, когда корни уже нарастут. Говорят, в маленьких стаканчиках корни быстрее наращиваются, поэтому сначала сажаю маленький стаканчик, а потом уже со временем будет опять же пересаживать стаканчик побольше, в шестерку или в семерочку. Кто-то в девятку пересаживает, может и даже в девятку. Ну, посмотрим по розетке. Как оно поведет себя. Немножко совсем чуть-чуть приминаю. Не сильно так. Так, пересадку я фиалок сделала. У меня вот я сорвала три листочка с одной фиалочки. Чтобы розетка была симметричная, я их вот оборвала. И хочу вот посадить вот эти листья, получается, с детки на укоренение. Вот. Не знаю, получится или не получится. Тут у меня стаканчики с дренажным отверстием. Так, как же мне с ямы-то вылезти? Сейчас, секундочку. Так, друзья, то, что я пытался снять в прошлый раз. Так, что ж мне тут? Вот он, ручник. Тросик на месте. Я пытался в прошлый раз снять, да? Часа два или даже больше провозился, там съемник хотел делать. Из ямы три удара хорошим молотком, даже не кувалдой. Вот, я машину поставил на пенек для подстраховки, для донкрата. То есть я донкрат немножко приспустил, чтобы и на донкрате немножко, и на пеньке немножко. Вот, три удара. Три удара кувалдочкой. И все, снялось очень легко. Ой, какое оно тут все ржавое. Но главное, что работает. Сейчас посмотрим. Тросик попробую снять. Вот так
неудобно, конечно. Так, что мы тут? Во, тросик сразу отходит. Я тут что-то нашел. Отвертку просто из дома не взял. Тут что нашел? Надо попробовать. Вот так вот просто сейчас его. Раз. Ага. Во, все-таки тросик оборванный. Не то, что оборванный, не столько оборванный, сколько сгнивший. Эта пружинка что, с тросиком, наверное, да, продается? Так, что? Ну, наверное, она с тросиком продается, эта пружина. Ну что, друзья, я сейчас пойду за новым тросиком. Он там внутри тросик весь сгнивший. Хотя непонятно. Мне тормоза не так давно делали, друзья. Делали мне не очень давно. Там же меняли, все говорили, что все поменено, все сделано. Неужели так тросик мог быстро сгнить? Что он, за пару лет тросик сгниет? Ладно. Сейчас, в общем, я в магазин. Тут у нас должен быть в магазине тросик. Короче, друзья, если у вас есть яма там или что, да, вот у меня просто не было удобств. Я там стучал как там мог. Вот, а из ямы, видите, я с первого удара, я уже заметил, что барабан поддался. Причем удар был там, я не сильно так прилагал силы. Просто резкий такой вот по доске бэмс. Вот, и я уже потом в то два раза еще немножко подстукал. И все. В общем, из ямы легко все снимается. Я разобрал там этот. Там тросик порвался. Поеду тросик куплю сейчас. Не, у нас тут на велосипеде проедусь. И вот так вот посадил и все. Посмотрим, что получится. Не знаю, ну, можно с ювенальных или с деток листочек. Но это не ювенальные листики. Это листики нормальные, просто с детки. Вырастут интересно. Пойдут на укоренение, не пойдут. Пока не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Поэтому вот пробуем. Вот таким вот образом. Земля влажная. Больше увлажнять не буду. Хочу поставить пакеты. Обязательно подпишу сейчас сорт название. Это у меня LF Очарование. Сорт называется. И поставлю в пакет. Так, я подписала листочки. Тут у меня вот в этом пакете уже две фиалочки, тоже на укоренение я поставила. Так, и вот эти мы тоже сюда поставим. Закроем. И пусть они у нас укореняются. Ну, так сказать, я только начинающий, поэтому смотрю видео, что люди говорят. Говорят, что на месяц можно оставить, забыть. Кто говорит на неделю проветривать. Вот, ну, я буду вот через неделю проветривать. Запишу себе в блокнот, когда я посадила. И потом, чтобы не забыть, буду проветривать. Так, это мои фиалочки, которые я сегодня пересадила. Пересадила я их. Я думаю, что они все примутся, что нарастят корневую систему хорошо. Вот, стаканчики прозрачные, очень хорошо видно. Тут корневой системы вот видно, что ее вообще нет. Потому что, ну, понятное дело, я ее оборвала. И со временем посмотрим, что у нас получится. Я думаю, что будет все хорошо. Буду сегодня еще хочу пересадить колиусы. Рассадить петунию. Наталья Николаевна мне подсказала, что вот из этих вот таких вот можно сделать маточник. Можно было это отдельно, конечно, посадить. Вот этот отросточек красивый. Вот я тоже хочу сделать маточник. Обрезать. Удалить листья. Посадить на маточник. Тут
Тут у нас нормально. Вот тут уже можно, в принципе, обрезать. Ладно, пока оставлю. Так, так, так. Где бы мне еще обрезать? Ну, давайте это тоже обрежем. Вот этот листик я хочу удалить. Может, даже какой-то надрез сделать. Вообще, хочу вот так посадить. Или вот так вот попробовать. Ну, будем пробовать. Вот так вот. Горшочек, видите, он узкий. Немножко неудобно. Так, вот мы его уложим. Наверное, будет очень много даже тут. Вообще хотела, представляла по кругу. И вот этот еще можно. Вот таким вот образом. И сверху еще засыплю землей. Что делаю? Посмотрим, что получится из этого. Немножко прольем. Ну, все, оставим. Будем наблюдать. Взяла фиалочку, а у нее уже и цветочки отцветают, подвядшие, поэтому я их все хочу удалить. Еще посмотрю на другие фиалочки. Так. Пересаживать не буду, просто удалю цветоносы. Пока трогать не буду. Со временем она опять должна зацвести через какое-то время. Ну, вот это можно оставить еще. Видите, да? Оно красиво цветет. Вот. Красивый цветочек. Пусть остается. Остальные уже, которые завяли, я их удалю. И поставлю на место. Пусть дальше радует нас своим цветением. Места уже становится мало.